ждет, когда подключится на Бабкин. Кирилл слева, там же находится и Муса. Теперь Муса атакует. Пауза в штрафной. И Николаев ни при чем, потому что мяч попадает в ворота. 1-0 ЦСКА. А как это? Все побежали требовать пенальти в этой ситуации. И пока требовали, получили гол. Ну-ка, давайте смотреть. Удивительное дерби, удивительный гол. Еще раз. Муса здорово поджидает Еременко. Мяч падает. И вот так вот за шиворот Реброву. От Сердара тоски мяч полетел в ворота. Действительно, все стали смотреть на реакцию судьи. А надо было смотреть на голову тоски. А теперь можно посмотреть и в его глаза. Там тоска. 0-1. Спартак пропускает очень быстрый мяч. Тимур, что на скамейках? Но все подошли, на самом деле, к нам здесь, к нашему монитору со скамейки ЦСКА, чтобы уточнить, как это случилось. Они ничего не поняли. Слуцкий, конечно, не был в этой компании, он стоял на самом краю. Но весь остальной персонал уточнил, что было. Мы сказали, что автогол. Они пожали плечами, пошли дальше сидеть, смотреть футбол. Пока на табло фамилия вот этого гражданина Еременко. Наверное, еще стоит до конца разобраться.